Всем салам алейкум, приветствую. Зашел к дилерам Toyota. Машины в наличии, все есть. 2,5 дилерская. Так, по ценам у нас. Сейчас вот менеджера подсказали. Стоимость у нее 19 900, получается 2,5. Пойдем дальше. Королла черная, разных комплектаций. Комфорт начинается от 11 773 000 тенге на механике и заканчивается максималкой. Комплектация Prestige 14 633 000 тенге. В дерзком черном цвете. На таких модных дисках. В принципе, стандартный для Corolla салон. Темно-серый потолок. Так, у нас CHR в наличии. Немножко на ребят кидали. У CHR у нас, ребят, вот такие вот цены. От почти от 15 миллионов, заканчивая 17 33. Все автомобили новые, дилерские. Из Японии. Добрый день, подскажите. CHR в белом цвете. Плавник на крыше. Достаточно популярная машина, когда она только появилась. Пришла на замену маленькому RAV4 в первом поколении. Тоже такая вот хорошая. Вот Hilux. Пикапы. Мультируль на механике. Так, комфорт, комплектация 2,7 на механике начинается от 22 920 000 тенге и заканчивается Prestige комплектации 26 880 000 тенге. Кому интересно, цена в рублях, делите на 5 примерно. Курс рубля снова вернулся на свои исторические цены. Был 5 всю жизнь в Казахстане. Вот 300. Да, дерзкий новый. На модных дисках. В целлофане. Так, ну крузаки у нас, ребята, так. Получается 4-литровый начинается почти от 44 миллиона тенге. И от 3,5 в максималке там. Самый-самый дорогой 60 500 000 тенге. В белом цвете. Получается, тонировочка топа есть. Вот такой вот белый. Так, что у нас далее? Далее черная 300. Ну, как я и сказал, цены у нас на 300. 3,5 турбо. Видите, да? Самый дорогой получается 65 почти миллионов тенге. Делим на 5, кто хочет цены в рублях узнать. Автомобили все в наличии. Вот черный дерзкий. Вот в дисках. Тоже тонировка. С черным потолком. Люк, рейлинги, целлофанка. Ну вот так вот, ребята.
автомобили все в наличии. Так что по всем вопросам обращайтесь. Найдем практически в любую. От Солярис, Hyundai Accent, до Rolls-Royce Phantom, Кальяна, там, Бентияги. Так что, ребят, до новых встреч.